Добрый вечер. Все, вроде нормально-то. Хорошо. У нас продолжение первого послания в Коринф. Вторая глава у нас. И тема, о которой мы сегодня будем говорить, это сокровенная мудрость. То есть мы немножко поговорим о мудрости. И мы знаем, что она бывает разная, а нам нужна именно та, которая сходит свыше. И знаете, вот обычно, если сказать человеку, допустим, ты знаешь, вот если тебе мудрости не хватает, то надо делать то-то и то-то. Думаю, сегодня большая часть обидится. А Писание именно так и говорит. И почему нам нужно просить мудрости, вот об этом я и поговорю сегодня. 6 стиха я начну комментарий. 1 Коринф, 2 глава, 6 стиха. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Я пока остановлюсь здесь. Что это означает? Мы проповедуем мудрость между совершенными. То есть мы говорим о мудрости для людей, которые зрелые уже в Иешуа Мессии. Младенцы, духовные младенцы. Конечно, нужно и можно говорить о мудрости, но чтобы вмещать это слово, человек должен иметь какое-то определенное уже духовное развитие. Поэтому совершенным является не в плане того, что все, он уже святой, все сделал, как бы не к чему придраться. Совершенный в смысле совершенный. Достигшие определенной полноты. Извините, употреблю такое слово, вот доделанный до определенного состояния в Духе Святом. И не мудрость этого века. Что такое мудрость этого века, мы хорошо понимаем. Это не только знание. Как правило, речь идет о жизненном опыте. Мудренный жизнью, мудренный опытом и так далее. И вот и мы говорим совершенно о других вещах, но также об определенной умудренности в духовном хождении или жизни по заповеди. По-настоящему мудростью, сходящей свыше, является жизнь человека по заповедям Божьим. Вот это человек мудрый. И когда ты говоришь, послушай, вот здесь чуть-чуть, там что-то, да, то мудрый человек воспринимает такого рода обличение нормально. А если нет, то и обличать не нужно. Об этом тоже говорит Писание. Обличать нужно и можно только мудрых людей. Глупых не стоит. Это будет только обозлить человека. Очень интересные слова тут, тайную, сокровенную. Вот не хватает только музыки такой, знаете, для сопровождения, чтобы читать подобный текст. Вот. И еще раз я хочу напомнить, когда мы встречаем в Писании слово «тайна», речь идет о методе пардес, сод. То есть постепенно мы должны подняться до определенного уровня понимания текста, заповеди, когда мы будем видеть не только пшат, не только ремез и не только драш, мы уже будем понимать то, что находится за пределами этих трех ступеней, это уже сод. И действительно, Бог желает нам открывать эти тайны. Обратите внимание, вот живя на земле, один человек видит
события какие-то, и другой человек, глядя на те же самые события, делает совершенно другой вывод, и его линия поведения отличается от первого. А в чем тогда разница? Ведь события одинаковые, оба смотрят глазами. Но когда это проходит через призму нашего сознания, все уже зависит от того, что внутри человека. У одного это преломляется через призму мудрости века сего, у другого это, преломляясь, выходит наружу через призму мудрости, сходящей свыше. И поэтому разная оценка, разный взгляд и разное понимание у людей. Отсюда и поступки. Седьмой стих говорит, что Бог предназначил нам прежде веков к славе нашей. Если мы будем исследовать Писание даже поверхностно, я не говорю там полностью все сейчас возьмем, но давайте мы откроем, например, текст, вот книга притчи, да, 8 глава. Вообще в притчах много пишется о мудрости. Ну, а мы посмотрим 8 главу. Восьмая глава. Вот она начинается с такой фразы. «Не премудрость ли взывает?» И дальше говорится о мудрости. Началом ее является что? Страх Господень. Что является началом мудрости этого мира? Я, честно говоря, уже и не помню. Но я точно помню, что началом мудрости Божьей является страх Господень. То есть, когда человек испытывает благоговейный трепет перед Творцом. Здесь стоит отметить, что в иврите употребляется слово «ират Адонай», не «пахад», не «харада». А эти слова употребляются в Священном Писании, например, 54-й псалом. В иврите он 55-й, там, где Давид говорит, «Кто дал бы мне крылья» и так далее, «Страшно мне, боюсь я». Там употребляется слово «харада» и употребляется слово «пахад». В Священном Писании есть очень мощная фраза, когда Бог, обращаясь, говорит «пахад Ицхак». То есть Ицхак пережил на жертвеннике, все помнят, да, эту сугию, этот отрывок Акида, когда он связанно лежит на жертвеннике, и обращаясь к Иакову потом, Иаков говорит, да, ну, я имел в виду, Иаков говорит, и он говорит, пахад Ицхак, то есть отца моего страх. А то, что он пережил там, когда его вот-вот уже мог принести в жертву Богу Авраам. Но страх Божий – это всегда ират Адонай. Это совершенно другой уровень. Это не витальный страх. Это физически, да, вот как у Ицхака был, это пахан. В иврите очень богатый язык на самом деле, и он дает в каждом вот этом слове определенный оттенок, какого рода этот страх. Так вот, ират Адонай – это именно благоговейный трепет, когда человек боится нарушить отношения с Творцом, боится обидеть Творца своим поведением, своими мыслями, еще что-то. И поэтому в книге притчи говорится, началом, то есть стартом, началом пути в твоем сердце для мудрости является Божий страх. Если его нет, никогда не будет мудрости, сходящей свыше. Всегда будет какой-то другой род этой мудрости. И у нас вот 13-й, например, стих, дальше в этом послании к Коринфянам, мы дойдем сейчас до него, но я, забегая вперед, хочу сказать, что Рабби Шауль говорит, мы возвещаем вам не от человеческой мудрости, изученными словами. То есть слова можно изучить, но мы в прошлый раз говорили, что действие Бога
не в словах, не в их форме, а что человек вкладывает в эти слова. Насколько слово является живой субстанцией. Вот люди говорят одинаковые слова, грубо говоря, одинаковую проповедь. Одна проповедь заходит аж в кости тебе, до мозга костей, а другого ты слушаешь и как-то вот, ну, ни о чем. А вроде бы тема та же, все одинаково. Почему? Потому что человек изученными словами говорит. Он не пережил то, что хочет сказать, но изучил тему. Когда человек говорит о пережитом, пускай он не говорит так же красиво и так же красноречиво, но ты ему веришь, ты чувствуешь, что он говорит правду. При этом ты можешь знать, что он несовершенный человек, что-то сделал неправильно он там или здесь в своей жизни. Но когда он говорит, ты понимаешь, что да, вот это Бог говорит в мое сердце. Когда-то, очень давно, я получил очень мощное откровение в отношении лидеров, то есть людей, которые согласились быть рабами Богу, и они, их все видят, вот они служат Богу. Но они такие же люди, правда, как и остальные. Они тоже несовершенные. Иногда психануть может где-нибудь там, не знаю, на бензоколонке или в магазине. Всяко бывает. И это не делает как бы его плохим служителем или лидером. Почему? В чем откровение? В том, что отдельные люди согласились, чтобы их взяли вот так вот и поставили на место, что видно со всех сторон, еще и прозрачный. И тогда все видно, камешки какие внутри, еще что-то. И, конечно, легко, когда ты сосуд свой спрятал, как бы вы должны знать, что тут есть у меня сосуд с водой, но я вам его не покажу. Так вот в этом отличие лидеров от тех, кто не являются ими. Это человек, который согласен, чтобы его все рассматривали под микроскопом. И, конечно же, это стимулирует людей, я думаю, к лучшему состоянию, к лучшей жизни. Но мы все остаемся людьми. Восьмая глава, книга притчи, 22 стих. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих из кони. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Интересно, откуда в то время знали о вселенной и там, что есть космическая пыль. Когда он уготовлял небеса, я была там. То есть, когда Бог все придумывал, мудрость была его атрибутом, его характеристикой. Мудрость была реализована, и она была там в самом начале. Он пользовался мудростью. Ею сотворено все. И вот здесь мудрость персонифицирована, как будто она является живым человеком, личностью. Здесь много сносок на псалмы, естественно. Читаю дальше. «Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею».
и было радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время. Веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. Это та мудрость, которая нам нужна. И это не значит, что не нужно учиться в школе, не нужно заканчивать институт и повышать свое образование. Вовсе нет. Но никогда нельзя противопоставить мудрость земную, человеческую, обычную, да, мудрости Божьей. Очень похожий текст есть в книге Иова, 38 глава, когда Бог спрашивает у него, где ты был, когда я все это придумал и все это реализовывал. Тебя еще не было, но ты тоже был в плане. Основная проблема человеческого рода заключается в том, что то, на что попались Адам и Ева, как сорняки все время прорастает в сердце человеческом. И будете как боги. И люди думают, что они стали богами. Изобрели интернет, изобрели искусственный интеллект даже, который, кстати, без электричества не работает. А вот у человека свое электричество есть в теле. Мы все с вами вырабатываем ток. Какая мудрость у Бога, а? И все процессы, которые у нас протекают, они как гальванической ванной. Есть токи, элементы расщепляются там, на разные составляющие. В разные части тела несет в кости кальций, куда-то там другие вещества. И тело знает, как все должно работать и как это должно быть. И без тока оно не работает. Замкнутая электрическая цепь такая. Это только внутри человека. Для того, чтобы понять, чего хочет Бог от своего творения, нам необходима именно такого рода мудрость. Потому что все, что мы будем исследовать и проверять, например, на хорошее и плохое, нужно мне это или не нужно, с точки зрения мудрости века сего, все, что Божье, будет выглядеть глупым и бессмысленным. Потому что у мудрости века сего нету вечности в перспективе. У верующего человека есть. И поэтому совершенно разный подход к мироощущению, вот к миропознанию. Мировоззрение человека формируется благодаря пониманию его тех или иных вещей. И несмотря на то, что мы живем в этом мире, а не за пределами этого мира, мы видим его так же, как видит его Создатель. И в этом наше отличие. Это и есть настоящая мудрость. И мы понимаем, это все закончится, а новое начнется. Вы знаете, сама по себе проповедь и вот любой урок, любое занятие или же Евангелие, суть его заключается в том, что надо поверить, что есть вечная жизнь. Все, больше ничего, все остальное апологетика. Вот все знания, которые мы имеем теологически, это просто доказательная база для себя самого, что я правильно понимаю. И этим мы делимся с другими. Поэтому веру не нужно доказывать. На то она и вера, чтобы верить без доказательств. Это мировоззрение. Мне всегда было интересно, почему те, кто верят, что они произошли от обезьян, стесняются собственных родственников. Мы вот своих нет. Ну, Бога не стыдно за стол пригласить, правда?
обезьяну как бы не очень удобно. Еще и сказать, что это вот я семью привел. Но это мало кого смущает, я имею в виду оппонирующую сторону. Которой никто из властей, 8 стих, века сего не познал. Смотрите, из властей века сего не познал. То есть люди не поняли, пользуясь богатствами, властью, знаниями, опираясь на науку. В каждом столетии ученые – это ученые. Они как бы более умные считаются, чем те другие, которые не ученые, правда? Но если сравнить 500 лет назад ученых и современных ученых, мы увидим очень большую разницу. Сегодня школьник знает то, что для тех было тайна. А возьмите, например, откровение из Писания Священного. То, что знали тогда и сегодня мы знаем. В плане понимания, я думаю, ну, может, чуть-чуть есть разница, но не особо. Но, как написано, не видел того глаз, а я не дочитал 8 стих, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Почему Рабби Шауль об этом говорит? Потому что для иудеев это соблазн, для еленов вообще безумие. Ну, как бы верить в то, что на кресте просто гвоздями прибили Божьего Сына, и Он умер. И вот в этом действии есть какая-то Божья сила. Это невозможно понять или познать, опираясь на мудрость этого века, на мирскую, человеческую мудрость. Но когда мы понимаем план Божий, исследуя Писание, мы видим глубину Его любви. Мы видим, насколько Он заранее обо всем подумал и предусмотрел. И даже зная наперед, что человек согрешит, придумал для него план Б, как его спасти из этого состояния. План А был плодиться, размножаться и жить в Эдемском саду. А мы живем по плану Б. Поэтому так нуждаемся вот в этом страхе Господнем и так нуждаемся в мудрости. Если бы познали вот эту мудрость Божью, не распяли бы его. Но мы понимаем, что так должно было быть. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я всегда и по сегодняшний день понимаю, что этот текст относится к веку грядущему. То есть, что приготовил Бог для верующих людей – за пределами жизни на земле, в веке грядущем. Мы даже не можем себе представить. И вот мы читаем Откровения, мы читаем пророков, мы читаем Писание, мы слышим свидетельства людей, переживших, например, клиническую смерть. Мы слушаем свидетельства, кому что приснилось. Тоже нормально, ну, сны же как бы бывают. Это не значит, что жить надо по снам. Но послушать можно. Я интересные вот слышал такие сны, как во сне человек побывал. Сейчас много свидетельств, как человек побывал в раю или в аду не во сне. В интернете много, я их не слушаю, не смотрю, как бы конца края нет, и очень трудно понять, где правда, а где неправда. Поэтому предпочитаю оставаться вот на этом основании, на Священном Писании. То есть мне сегодня не важно, как выглядит ад и как выглядит рай. Мне важно попасть в рай и не попасть в ад. Вот что мне важно. Мне зачем эти подробности? Что они мне дадут? Страха не добавят. Вот это мое как бы понимание. Поэтому лучше потратить время на молитву и на исследование заповедей Божьих,
чтобы точно ни туда не попасть, в ад, а попасть в рай. Поэтому, когда меня спрашивают, а как там, а как здесь, я всегда много лет одинаково отвечаю. Поживем, увидим. Вот попадем туда, и все, мне сейчас какая разница. Я однозначно понимаю, там хорошо, а в аду плохо. Ну все, мне больше не нужна информация никакая. Какого цвета трава, прозрачная она там или нет. И какая она зеленая, так как тут зеленая или так как там зеленая. Я помню, вот сестра одна рассказывала сон, она была в раю и видела там, ну, что-то, там, как это все. То, что мне запомнилось, она говорит, яблоко, вот я видела обыкновенное, которое яблоко. И она говорит, то, которое там, оно настолько живое и настоящее, что самое красивое яблоко здесь на земле выглядит просто как грубая пластмассовая подделка. Это ее описание. Будут там коты, не будут там котов. Вот. Ну, людей интересует, у людей есть домашние животные, они их любят, поэтому всегда переживают. Мы знаем, что будут там животные. Я так думаю, если этот мир такой интересный и разнообразный, мы, правда, очень сильно его испортили, меньше 10% фауны осталось на Земле. Вдумайтесь в это. Меньше 10% из-за нас, из-за людей, вымерло столько видов животных, земноводных и насекомых. И все равно какой богатый мир, правда? А добавьте сюда 92% еще. Или, например, а как там будет вот... Меня, конечно, больше всего интересует река жизни, глубина, ширина, фарватер, другие какие-то вещи, бровки, приямки. А кому-то важно, насколько там будет чистая вода прозрачная. Чистая, прямо пить можно оттуда. И вот я еще что думаю. Там же будет Новый Иерусалим? Храм будет же? Я так думаю, если есть город, значит, есть и пригород. То есть не надо думать, что там, знаете, какое-то бетонное пространство такое, ничем не заполненное. И это и есть век грядущий или рай, Царство Божье. Никогда не думайте вот в таком направлении. Хорошо, немножко мы отвлеклись, что тоже важно. Что приготовил Бог любящим Его? Я думаю, вот если мы будем любить Бога по-настоящему, мы даже представить себе не можем, как там будет интересно, красиво, погода. А одежда какая у нас будет? Одежда? А? С узорами, без узоров. Да. Меня, знаете, как белая, вот я так. Так мы там как привидения в простыне будем. Вот меня так спрашивали. А. Летать еще будем. Смотрите, как нам нравится об этом говорить все-таки, правда? Вот я смотрю в зал, совершенно другая как бы реакция и внутренняя вот атмосфера резко меняется. Смотрите, когда мы говорим об этом. Сейчас, если я начну про ад рассказывать, говорить, у нас сразу будут серьезные лица. Но я не буду говорить, я не люблю эту тему. Есть еще одно откровение. Вот я много лет работал сварщиком. Я думаю, это сварщики и сталевары. Это люди, которые лучше других могут понять, что такое ад. Ну, на производстве. Кузнецы, да, но не так. Просто, понимаете, когда вам капает в ботинок жидкий металл, и остывает он у тебя на коже, а, как правило, уже внутри,
То есть он прожигает еще какой-то кусочек. Плюс все вот эти процессы там, да. Ну, как бы, и ты думаешь, а как же там в аду? Ну, вот меня такие мысли посещали. Я не знаю, как других представителей этой профессии, но посещали. И сразу хочется верить в Бога. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Стих совершенно непонятный, как бы Дух какие-то глубины проницает. Но почему-то верующий, читая такой вот отрывочек, да, точно знает, о чем он читает сейчас, правда? То есть мы внутренним своим человеком, Духом, как бы пронизываем это духовное пространство, входим в него и начинаем ощущать, прямо чувствовать действие Бога, силу Его заповедей. Под заповедями я имею в виду в том числе и законы земного притяжения, и биологические границы, и химические законы. Все определено заповедями Бога. Вот мы сейчас прочитали. Морю он тоже дал заповедь не переходить за эту линию. А когда Богу нужно, переходит, потом опять возвращается. Бог все определил и дал заповеди. В другом месте написано, уставы дал воинству небесному, звездам, планетам, Вселенной. И вот это нам Бог открыл Духом Своим. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Очень хороший пример здесь приводит Рабби Шауль. Мы лучше всего знаем себя. Правда? Мы не всегда об этом говорим вслух. Как правило, не говорим. Но мы знаем. Так же, как кот, как чью сметану съел. Кот тоже знает. И человек также. Многие заулыбались. Котов тоже понимаем, да? Я сейчас вспомнил, как моя мама прятала от меня конфеты шоколадные. В детстве. Да. Я их всегда находил, но я никогда не раскрывал то, что я находил. То есть я их оттуда и ел. А потом вдруг обнаружилось, что там мало. А я как бы делал вид, что я не знаю, где они лежат. А лежали они в книжном шкафу, в полке за книгами. Там есть чуть-чуть места и там. Но вот мы очень часто так живем, даже взрослые. Мы знаем, мы сами себя знаем. Поэтому Слово Божье обращено к моему сердцу, к твоему сердцу. Очень важно, чтобы я слышал, как Бог говорит со мной, мне. И вот служители или лидеры – это те люди, которые готовы и согласны рассказать другим то, что не рассказывают остальные. Раскрыть часть своего внутреннего мира, чтобы другим было что-то понятно, и чтобы они, опираясь на этот опыт, могли исправить что-то внутри себя. Но мы приняли не от Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. То есть верующий человек, что такое Дух? Мы все понимаем, Дух – это то, что наполняет какие-то физические тела или действия, вот проявления.
Что такое дух мира сего? Что это? Очень просто ведь описать. Воровство, блуд – это проявление греховных каких-то вещей вот в этом мире. Обман, лжесвидетельство. То есть состояние этого мира такое, его, это его наполнение, внутреннее содержание такое. Вот это дух. И поэтому мы не этот дух приняли, вернее, мы с детства вырастали в нем, но потом поняли, что есть другое, есть более правильное. А от Духа Бога, дабы нам знать, дарованное нам от Бога. Что главное нам даровано от Бога? Жизнь вечная, правда? И вот чтобы это знать, нам необходимо принять Дух Божий. Вот о чем этот стих. И когда люди говорят, а кто видел эту вечную жизнь? А кто оттуда возвращался? Я всегда говорю, вот-вот, никто же не возвращался. И Писание так говорит. Если ты пьешь уже из чистого колодца, ты из лужи пить не станешь мутную воду, правда? Зачем человеку возвращаться из века грядущего сюда обратно? Никто не возвращался. Согласен с этим. Поэтому это не доказательство, что этого нет, раз никто не возвращался. И что возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Я думаю, что мы еще поговорим о мудрости в следующий раз, потому что не все, что я приготовил, я сегодня сказал. Но очень хочется еще немного поговорить о мудрости на основании Иакова, послания 3 главы. Там очень хороший отрывок есть о мудрости, сходящей свыше. Будем считать это введением в тему, потому что сама по себе мудрость, сходящая от Бога, о которой говорит здесь апостол Павел. Мудрость, о которой говорит апостол Иаков. Мудрость, о которой говорит царь Соломон в притчах. Мудрость, о которой говорит все Священное Писание. Это как будто грань Бога, часть Бога, которая может быть нашей гранью, нашей частью. Это точка соприкосновения человека с Создателем, обладание именно его мудростью. Это точка соприкосновения. Поэтому я абсолютно убежден, что если мы хотя бы начатки какие-то мудрости Божьей в себе обнаруживаем и будем их развивать, и будем их приумножать, будет хорошо нам и тем, кто вокруг нас. Поэтому пусть Бог благословит нас, возлюбленные братья и сестры, чтобы вот эта сокровенная мудрость, сходящая свыше, это дар Божий, дар, чтобы мы все были обладателями этого дара, хотя бы в какой-то степени, ну, в которой каждому из нас позволит Бог быть. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое является бесконечной кладезью и источником мудрости Твоей. Благодарим Тебя и благословляем Тебя. И молим, дай нам мудрость иметь внутри себя. Благослови, чтобы мудрость Твоя была частью нашего внутреннего человека – и была для нас категория совершенно привычной и освоенной. Я молю Тебя, чтобы каждый человек стремился к этой мудрости. Пускай Твой мир, Твоя благодать и мудрость Твоя наполняют наши сердца и наши умы
и наше сознание. Да будет имя Твое прославлено и благословено. Бог Богов и Царь Царей. Благословляю и молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.